Меня часто спрашивают, что бы я делал, родись я в середине прошлого века. Так вот, я, не задумываясь ни секунды, стал бы рокером. Но что бы я делал вот сейчас, когда на носу индустрии 4.0? Отвечу, я бы, друзья, переоткрыл бы теорию относительности Эйнштейна. А именно, написал бы уравнение не для материального мира, а для человеческого наблюдателя n-ного порядка, я бы создал эконофизику как общую и специальную теорию экономической относительности. Но ведь вы мне сразу же возразите, что именно этим давно уже как раз и занимается Николай Бадулин, а его «Улитка инноваций» и есть реализация относительности Эйнштейна в социальном мире. Да, друзья, вы абсолютно правы. I can't get no satisfaction. 'Cause I try, and I try. And I try, and I try. Yeah!